Происходит запись музыки. На самом деле картина жизни судьба. У нас много классической музыки, плюс у нас замечательная музыка. Сергей Иванович спит со своим оркестром, пишет. Это единственное место, где я отдыхаю душой во время взрослого мира. Начиная от хроники. Да, по хронике начинает соло виолончель и до конца. Слушаем тоже, да? Всегда мое представление, так сказать, я могу донести до тех, кто меня окружает.